новогвинейская гарпия, хищная птица из семейства ястребиных. Единственный представитель рода гарпиопсис. Относится к отряду ястребообразные. Обитает на Новой Гвинеи. Средой обитания являются тропические леса. Живет и в сухих, кустарниковых лесах. Птица является крупным и сильным хищником. Длина тела 90 сантиметров размах крыльев, 120 сантиметров вес 3 килограмма. Клюв крупный. Ноги имеют серо-коричневый цвет. Лапы мощные с острыми когтями. Хвост очень длинный. Оперение верхней части туловища серо-коричневое. Охотится в дневное время, но может ловить добычу и ночью. Основную добычу составляют млекопитающие это опоссумы, древесные кенгуру, шерстистые крысы. Также поедаются мелкие птицы, ящерицы, змеи. Живут 30 лет.